Каждый житель республики может сдать анализ на COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Чувашии. Анализ проводят в лаборатории Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Сегодня, как отметили специалисты центра, у них есть 500 тестов на COVID-19. Эта тест-система позволяет выявить вирус в течение 4-5 часов. Процедура бесплатна, но сделают ее не всем. Биологический материал забирается у пациентов, еще раз повторяю, здоровых, не имеющих простудных заболеваний, не контактирующих с больными COVID, а также у лиц, прибывших из зарубежных поездок более 14 дней назад. Если пациент попадает именно под ту категорию, которую я уже обозначила, данный материал поступает в нашу лабораторию, которая проводит данные исследования. Это исследование проводится бесплатно. Для этого никуда самим ходить не нужно. Анализы берутся на дому выездной бригадой. В первую очередь нужно позвонить в свою поликлинику по месту прикрепления. Потому как брать биоматериал или нет, вправе решать лечащий врач. У тех, кто контактировал с носителями вируса, анализы проверяют на базе вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты работают в две смены, без выходных, обрабатывают более 200 анализов в сутки. Главное здесь разумный подход и не паниковать, считают медики. В Чувашии на коронавирус проверили более 1500 жителей. Все анализы тщательно проверяются. В сомнительных случаях кровь направляют на дополнительное обследование. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.